Ребят, всем привет! Вы на канале Мама и Я. Ну и только вы не поверите, кто у меня за спиной. Вот объясните, чей это ник? Чей это ник? Вы скажете, ну это мой подписчик, Эдора 10. А что у него на футболке написано? Эдора? Вы подумайте, да наверняка фей. У него какая-то буква русская. Та-дам! Вы скажете, ну это просто белый чувак, и чё? Смотрите! Ок, ви, плей. Вот это вот шикардос. Впервые. Помни, я лютого Джо встречал? Ну, это чё? Ребят, это сон, скорее всего. Ну, кстати, я сделал для вас 20 лямов, да? 20 лямов силы, 20 лимонов. Так. И, кстати, напишите в комментариях, как мне назвать этого единорога. Как мне назвать? Я не знаю. Пишите в комментариях. Может, он будет каким-то комментусиком? Так. Ну, ребят. У меня нету слов. Все гасит. Что это за бред? Такой. Ой. Стояма, где Оквиплей? Вот. Ребят. У меня просто нету слов. Как это крутецкий. У меня просто нету слов. Кстати, тут добавили. Обновлял. Ей! Сделал тут. Сложную комбинацию. Тут добавили обновляшку. Теперь можно не продавать мускулы. Давайте. Нет, я что, продам свои 20 миллионов? А теперь не продам. Да, вот продал. Минус есть. И смотри. Я же могу нажать чисел. Стоп, эта кнопка не работает? Эта кнопка сломается? Да нет. Все в том-то, что... Там. Ребят. А сейчас, когда я нажму эту замечательную кнопку, вы должны поставить лайк, подписаться на канал. Ну, давайте. Раз, два, три. Надеюсь, вы успели. Если вы успели, то вы топ-подписчик, вы самые классные. А кто это не успел сделать, у меня плохие новости. Вы будете всегда учиться на двойке, и у вас будут сняться одни кошмары. Как вас кусает паук и... кушает зомби и всякое такое. Но тем, кто успел, я нажимаю эту кнопку! Эй, сел! Окей. Раз, ну так. 24. На. Кстати, я качаюсь сейфом уже. Ой. Я какой-то неправильный. Ребят, ну за окна, play like. Я бы хотела с ним фотку сделать. О! Идея. Вот так вот. Вот так. Давайте сделаем вот такой кадр. О! Красиво. Да-да-да. Красиво. Очень красиво. Very much. Угу. Класс то, что Эдора. Так он АФК. Вот же ж. И Лютый Джо был АФК. Почему? Кстати, я не знал то, что Оквиплей еще и тут прокачивается. Я думал, он в своем симуляторе качке 3 сидит и сидит свои. В своей доске прокачивается. Он, оказывается, и сюда приместился. Слышите, вы как так быстро прокачиваете? Я не понимаю. Я всего уже 20 миллионов, если все не осилил. Я подписан. Без никаких хаков. Обещаю. По-единорожски. Крутой единорог! Поздравляю с бесконечными подписчиками. Кстати, ребят, я хотел сказать. Чук! Пау!
ну и ну! Пол рол зак! О май гад! Это же ученик Окивиплея! Подождите, ребят, кому нам удалить? Деду с извините, ведь пойду. Я хочу пол разлаку. Пол разлак, это будет круто. Плиз. Надеюсь, тут не Африка. Ну, плиз. Ну, плиз. Старший ученик Нубик. Плиз. Добавь в друзья. Пожалуйста, прошу, прошу. Вот будет классно, если он мне добавит. Ну, плиз, ну, плиз, прошу. Ну, пожалуйста, ну, плиз, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, ну, пожалуйста. Ты же не АФК. Ну, плиз. У нас есть младший ученик Нубик? Может, он? Ну. Нет, смотрите, младшего-то. А младшего-то нету, кажется. Да, нету. Младшего-то нету. Ты чё его загасил? Ребят, вы понимаете, кого он убил? Вы понимаете, кого он убил? Ребят. Подожди, это сон? Это сон? Не, нет, вот это счастье. Не, понимаете? Ну и ну. Это что, шутка? Не верю. Ребят, я такое впервые вижу. Смотрите, кто у меня в друзьях. Ну и ну. Ребят, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Я безумно рад. Я же теперь смогу играть в Цедора. По идее. Это вы понимаете, кто у меня в друзья. Ну, это... Вот. Вы понимаете, кто это? Я ее так никогда не радовал. Вы понимаете, для меня это большое событие. Ну и ну. Не верю. Я просто написал старший ученик Нубик, добавь друзья. Я надеюсь, у меня останется. Спасибо. Спасибо. Старший ученик Нубик, я тебя буду охранять до тех пор, пока ты не станешь очень сильным, как Эдора. Ну, ребят, что я сделать ради этого? Все-таки как-никак. Я не верю. Так что, он серьезно что-то мне ответит? Не, ребят. Мне кажется, после этого видео я сейчас буду сходить с ума. Не, ребят. Не, не может такого быть. Это точно сон. Не, наверное... Хотя как мне такое могло присниться? Я снимаю
Ага, еще я так говорю. Надо ущипнуть тебя. Ау, как больно. Да, это не сон. Ну, ребята, вы понимаете? Короче, я не знаю. Всем пока.